Стартовавший в конце января проект «Зачетный разговор» менее чем за месяц стал одной из популярных форм работы с молодежью. Все потому, что выступающие спикеры – это политологи, руководители средств массовой информации, представители депутатского корпуса, руководители предприятий. Свою основную задачу видят не только в донесении той или иной информации о текущей обстановке в стране, но и в получении обратной связи от молодежи. Так, в Брестском государственном университете имени Александра Сергеевича Пушкина прошел зачетный урок под руководством директора мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григория Басюка. Хорошо, что есть такая инициатива со стороны нашего государства, чтобы известные люди, я не считаю себя очень известным, но тем не менее, судя по тем зачетным урокам, которые проходят в нашей стране, в различных молодежных аудиториях, это хорошая возможность пообщаться с молодежью, услышать их вопросы, постараться, может быть, донести свою позицию, гражданскую позицию, личную, на те события, которые происходят в мире, в обществе, в нашем государстве. Вот. Но, безусловно, я хотел бы что-то, чтобы наши студенты, учащиеся, еще что-то, может быть, от меня узнали новое, интересное о Брестской крепости, потому что я хотел бы, чтобы оно уже и сейчас заметно, посещаемость объектов историко-культурного наследия, в том числе и Брестской крепости, оно заметно возросло, но надеюсь, что вот такое живое прямое общение поможет еще раз рассказать о том, что мы сделали, насколько важно беречь эту память, сохранять эту память, наше историческое наследие. А у нас это получается не только, я имею в виду только Брестскую крепость, а многие объекты в нашей стране. Это еще одна возможность приобщить нашу молодежь к памяти, к миру, к созиданию. С появлением таких диалоговых площадок, которые проходят буквально каждый день в разных уголках нашей страны, у молодежи появилась возможность не копить в себе мысли и идеи, не оставлять на уровне бытовых разговоров, рассказывать где-то руководителям, депутатам, рассказывать в целом высшим должностным лицам нашей страны о том, какие у них есть возможные идеи для того, чтобы их реализовать. А потому ни один вопрос не остался без ответа на диалоге ребят филологического факультета с Григорием Басюком. И неудивительно, ведь это главный принцип зачетного разговора. Сегодня на филологическом факультете состоялся очень важный и взаимополезный диалог выпускника нашего факультета, директора мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григория Григорьевича Басюка и нынешних студентов. Почему этот диалог важен? Я считаю, что сегодняшний зачетный урок обе стороны сдали на отлично. Потому что действительно наши студенты узнали много нового, интересного, факты, которые им до сих пор были неизвестны о Брестской крепости. Они узнали о перспективах развития комплекса. А Григорию Григорьевичу, безусловно, было важно увидеть их, молодых, чем они живут, чем интересуются, насколько для них этот диалог в год мира и созидания по-настоящему важен. Встреча проходила с директором мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Было очень интересно узнать о перспективах развития мемориального комплекса. Также он ответил на все интересующие нас вопросы. Григорий Григорьевич несет в себе историю достаточно обширную, которую он может поделиться с будущим поколением страны, которая будет работать и нести также в себе эту историю. Молодежи важно знать историю своей страны для того, чтобы нести ее будущим поколениям, чтобы будущее поколение могло также знать историю. Зачетный урок, эффективная площадка, услышать ответы на актуальные вопросы. Кроме того, и возможность предложить свои идеи и проекты. А потому проект такого формата – та самая связующая нить с молодежью, которая в дальнейшем позволит вместе выработать решения во благо будущего Беларуси.